Всем привет, с вами Мимико. Я продолжаю проходить Hollow Knight. И в прошлый раз мы забрали осколок маски из этой локации. Наконец-то мы убили тех надоедливых мобов. И по сути сейчас у нас, кстати, накопилось опять некоторое количество гео. Действительно, здесь буквально с одной дороги до тех мобов очень-очень-очень много давали гео. И я вот думаю сейчас, куда бы нам пойти. Опять же, напоминаю, что на данный момент вы увидели только то, как я сразила кристального стража на канале. Поэтому сейчас, опять на мое усмотрение, я буду куда-то двигаться, искать какие-то проходы и так далее. Но в целом, я хотела бы вернуться назад немного. Я хотела бы вернуться, наверное, либо в грибные пустоши, либо на зеленую тропу. И там были разные места, которые мы могли посетить. Но. На зеленой тропе был какой-то амулет, который мне уже давно сказали, что можно сходить и получить. Поэтому я, наверное, отправлюсь туда. И мы сейчас еще посмотрим. Там были места, которые точно так же открывались со светомушим фонарем. То есть не все проходы нам были доступны сначала. И в целом тут было еще одно место, где мы могли, в принципе, пролететь. Блин. А у меня сейчас без... Без карты будет тяжело. Давайте мы ее пока вернем. Без нашего компаса. Я, конечно, примерно понимаю, где мы находимся, но все-таки. Так, хорошо. Там воющие утесы. Вот нам нужно, в принципе, вниз. И здесь, по-моему, был еще трамвай. Хотя могу врать. Не буду утверждать, был ли здесь точно фонарь или нет. Ой, трамвай. Но все равно. Так, по крайней мере, я помню, что они творят. Ой. Слушайте, ну они с прокачанным гвоздем убиваются за два удара. Раньше это была прям проблема, я помню. Ух ты! У нас заметка открылась новая по ним. Это хорошо. Ну, как заметка. То есть я достаточное количество наубивала, чтобы у меня они теперь засчитывались. Так. Это вот это место. Давайте попробуем. Я не знаю, получится у меня или нет, но... Можно хотя бы просто попробовать. Ай. Да, конечно, зря. Ага. Блин. Мне кажется, меня сюда слишком рано тогда посылали. Потому что здесь как-то сложненько получается. А как мне закрепиться-то? Блин. С этим парнем, правда, хотелось бы вообще не встречаться. Но мне кажется, что он сделан для того, чтобы мы тоже от него отпрыгивали в итоге. Блин. И вот как мне об него цепляться? Надо сначала влево ударить, потом вправо. Не успела. Давайте, у этого есть шанс.
Я не успеваю, было бы у меня джойстик сейчас. Я же ведь до сих пор на клавиатуре прохожу. Как отбитый человек, понимаете? Нет, давайте мы пока туда не пойдем. Все-таки нет. Нет, хватит. Сейчас очень много времени на это уйдет. Я как бы и не против, но при этом как бы немножко и не хочу. Потому что очень хорошо такие вещи, наверное, проходить в какое-то время, когда я записываю, что ли, или кусочками вставляю, как всегда. В общем, вот прям так мне не очень хочется. Зато можно похилиться. Но мы в целом сейчас просмотрим здесь какие-то места, куда мы можем пройти в идеале. В какие получится, в какие не получится, поэтому тут уж, наверное, дело скорее, может быть, случая даже, можно сказать. Куда повезет пройти, туда пойдем. Так, нет, мне нужно все-таки туда вниз. Где-то еще было место, знаете, с током. Вот очень интересно, где оно. Может быть, я к нему и иду. Не знаю. Но... Или там... Да, вот это вот и было место с током. Блин, задело меня. Ну, я не знаю, я его прям пройду или нет. Потому что оно, наверное, не такое уж и сложное. Какая-нибудь награда еще там будет в конце, правильно? Так. Здесь мы точно можем обойти. Ага. А здесь так просто не получится. Хм. Но здесь я могу обойти. Угу. То бишь, не поняла. Ха-ха-ха. Понятно. Жизнь-боль даже здесь до сих пор. То есть в целом логика понятна, как проходить, но от этого приятнее не стало. Опа! Ну вот, меня и убили. Кажется, у меня что-то получилось. Так... Ага. Так. Уже полегче. Ну, вот здесь, в принципе, у нас проход. И какая-то тема. Колючки страданий. Чувствует боль наносящего и карает за это мир вокруг него. Атакует колючими сорняками всех врагов поблизости каждый раз, когда вы получаете урон. А вот эта тема, которая, собственно, вы о ней говорили, блин. Я думала, вы о другой какой-нибудь этой. Точнее, в том месте, что находится. Блин. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я сначала думала, что это в том месте, а это оказывается здесь. И я помню, что ты говорила о том, что это прям no brain и так далее. Я думаю, что мне теперь эта штука очень поможет. Мы ее будем вместо компаса иногда ставить. Протестируем. Так, вот туда прям налево я идти не хочу.
У нас здесь еще одно место есть. Это вон там прямо внизу перед Туманным каньоном. А что за Туманный каньон? Я не помню Туманного каньона. А мы там точно были? Или нет? Не помню. Ладно, ребят, мы узнаем что-то новенькое в этом выпуске. Судя по всему. Что я не помню никакой Туманный каньон. Малыш. Так, одного прибили. Нам для расшифровки записи охотника нужно будет еще их поубивать потом. Потому что что-то я их вообще не убивала, по-моему, почти ни разу. Так, так. Ай. Мелочь меня атаковала, конечно, прям. Вот опять я врубаю режим Халка и просто бегу. Несусь, черт знает куда, и ничего не вижу вокруг. Но он как с каким-то детектором внутри. Из них, конечно, так мало гео из всех выпадает. Прям не очень круто. Но с другой стороны, наверное, это тоже ничего страшного, потому что... Ну... Хотя бы так. Только главное, знаете, не офигевать, потому что я уже начала не собирать эти маленькие монетки. Во! Запись появилась, хорошо. Странно, как-то здесь сидят ребята. Так, допустим, что тут было? А почему меня здесь не было? Почему у меня эта местность не отмечена? Ты кто? Ты кто? Не, прикольный. Милашка такой. Главное не попадаться на его атаку. А так очень милый парень. Ну, я думаю, мы его сейчас пройдем. Причем, вероятнее всего, с первого раза. Опять я хилюсь прямо перед мордами боссов. Это не круто. Но мы его убили. И с него у нас выпало очень много гео. Он просто все засыпал вокруг гео. 157 гео. Вот теперь вопрос, это мини-босс или кто это такой был? Он был очень простой. А почему я его до этого сюда не ходила, не убивала? Я что, приняла этот участок местности за какой-то слишком сложный или слишком легкий? Можно мне, пожалуйста, логику моих действий каких-то обосновать? Я уже не помню, почему я сюда не пошла. Ага. И они, получается, каменные становятся в итоге. Понятно. Ну, классно. Ну, кого-то новенького здесь прибили. Здесь есть проход, между прочим, дальше.
Вот что ценно. Что бы тут ни было, мы можем идти дальше. Может быть, мы какой-то новый проход сейчас найдем или подход к чему-то. Я же буду пробивать на всякий случай разные стенки. Потому что вдруг нарвемся мы сейчас на что-то такое классное. Опа! Интересно, у нас достаточно уже для счетчика или нет? Этих ребят, или они уже засчитались? Ой! Просто на тебе душой. Ай! Так, это похожее место на это, я помню. Ну как так? Вот как так? Обидно. Вот, стой. Вот. Ага, и там мы, получается, в Туманный каньон упали. Так что ли? Ну я тогда сюда не пошла же ведь. Я тогда сюда не пошла, точно. Мы просто эту местность открыли, и здесь были какие-то, да, странные штуки, но прикольные. Хорошо, давайте пока назад пойдем. А потом, может быть, и в Туманный каньон. Не знаю. А что здесь? Я хочу хотя бы узнать, потому что вдруг от этого будет зависеть то, смогу ли я, например, сейчас своего духа просто бомбануть и подозвать поближе сразу. Но, судя по всему, нет. Да и вот эти ребята какие-то жестяные. Ладно. Так, моя душа, я так понимаю, не за мной пошла. Что это такое? Мы где? Мы где? Что это такое? Ребят, мы попали под локацию. Или это нормальная тема? Я не понимаю. Как так вышло? Сады королевы. Я не знаю, как так вышло, ребят. Я не читерила, ничего не делала. Вы сами все видели. Я словила какой-то баг. Я хочу посмотреть вообще, откуда мы пришли. Что это за место? И почему здесь все так? Это мы, получается, перешли эту локацию, до которой так и не могли добраться.
Ладно, давайте попробовать собирать все здесь. Что это? То были наши земли, но бледное существо взяло себе пещеры дальше. Хоть кажется оно великодушным, но наших грез оно не знает. Держись подальше от тех мест. Угу. Доброе утро. Теперь я не могу сюда прийти. Серьезно? То есть мы профукиваем место. Мы обратно вообще сможем вернуться? Обалдеть. Ладно, хорошо. Надо быть осторожнее. Они стреляются. В общем, тут самое главное понимать, что я по сути своей потеряла сейчас где-то 1700 гео. Но это ладно, ладно, я уже не ругаюсь за это, я нашла место для фарма хорошее. Вот. Поэтому тут я уже не ругаюсь. Но тут тот баг, который мы встретили, он ну такой себе, ребят. Лучше бы, конечно, без него. Лучше без него. Но я сейчас хотя бы осмотрю всю локацию. Единственное, что мне очень обидно, что я, получается, Ешкой активировала все эти штуки, а они, скорее всего, уже весь пропадут у нас теперь. Мне вот это неприятно. Так, ну ладно. Хотя бы теперь дух не надо ловить, поэтому у меня никаких вопросов нет практически. Очень удобный навык, я бы сказала. Конечно, очень мало гео. Ну, ладно. Попробуем вот так вот долететь обратно и там по стенке спуститься. Вот. Что же у меня теперь запоролось все, да? Что внизу? А внизу просто эти ребята, на них, видимо, можно тыкать и как-то перемещаться. Ладно. У каждого свои, видимо, пути того, чтобы добраться до сюда. Мой будет таков. Я очень рада, что мы сейчас проходим эти локации с помощью того, что мы дополучили из такой страшной локации. Такой прыжок. Привет. Так, там сверху есть трава. Хорошо. Точнее, платформа, которая может опускаться. Почему я сказала трава? Не понимаю. Ладно. Так, ну здесь-то я смогу пролететь? А, здесь я здесь и обязана, получается, по ним пробежаться. Слушайте, ну это немного обидно. Потому что я хреново это делаю. Вот, пропустила один удар. Сразу же минус две жизни.
Так, ждем, пока они сойдутся. Ну вот и все. Почему нифига не получается? Ну вот как? Ну вот, да? Допустим. И вот сейчас бы хорошо вот эту штуку заюзать. Но мне стрёмно. Мне очень стрёмно, поэтому мы пробуем пройти просто дальше. Во всяком случае, сейчас у меня есть разные проходы, которые мы открыли. И, возможно, мне это чем-то поможет. Хотя нет. Не поможет. Я набралась хоть куда-то, ребят. Тоже огромный плюс. А то что-то все здесь грустно так было. И нифига не получалось. Надо еще сходить, кстати, усилить наш клинок-то. У той бабульки. Но я сейчас хочу вот здесь пройти хоть чуть-чуть. Вау. Ага. То есть он еще и остается таким? Прикольно. Ой, классные штуки, но... Это же прям как богомолы. Поэтому это все как-то очень болезненно выглядит, но в целом, почему бы и нет, наверное. И вот после, за счет их панцирей, можно восполнить свою жизнь. Это очень круто. Мне бы сейчас где-нибудь скамеечку. Что вот это за штука все-таки? Почему я не могу через нее пройти? Что-то... Какая-то червоточина, что ли? Я не понимаю. Ну хорошо, допустим. Сюда, видимо, рано. Ага. Я поняла. Осталось только это все еще сделать. То, что мне предлагается. Здесь посложнее, как-то платформы будут все. И все здесь на этих колючках. Ай. Но я чувствую, я сейчас здесь просто свой дух оставлю, однако буду доволен тем, что хотя бы мы чуть-чуть открыли локацию какую-то новую, посмотрели. В принципе, я от того, чего хотела, я достигла. Мы нашли новую локацию, и я искренне считаю, что нам туда реально рано идти еще. Возможно, есть смысл будет спуститься в Туманный каньон, а в Сады Королевы пока не ходить. С другой стороны, может быть, та локация очень маленькая, такая короткая, и не так уж и страшно. Там все будет, не знаю. В любом случае, у нас такая небольшая прогулка произошла, и ну, я рада, что мы в итоге освоили этот путь. И, по сути, хоть мы там и не открыли никакого... вокзалы и так далее, мы все равно сможем, наверное, добраться до туда, так или иначе. Что ж, ладно. Прошу прощения, что было очень мало событий в этом выпуске. Но, тем не менее, спасибо, что посмотрели. И увидимся с вами в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии обязательно. Всем пока-пока и до встречи.